Ты уверен, что знаешь о своих кумирах все? Star Ocean раскрывает для тебя самые интересные подробности их жизни. И сегодня на очереди Матвей Мельников, он же Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Матвей Мельников, известный российский актер и рэп-исполнитель, экс-участник популярного проекта Soul Kitchen. С 2013 года является артистом Black Star. Матвей один из немногих артистов, которых можно смело ставить в пример своим детям. Он умело сочетает карьеру успешного исполнителя с получением высшего образования в МГУ. Мот признался, что с учетом плотного гастрольного графика у него была лишь одна пересдача, и та по логике. Как нам друг без друга прожить дня? Как... Свои первые деньги Мот заработал очень оригинальным способом. Он выносил в парк столы для тенниса. Тогда ему было 6 лет, и получал он ровно 10 рублей в день. Далее Матвей решил не останавливаться на достигнутом, и, соорудив табличку «Подаю мяч», и брал за каждую партию еще по 5. Певец не раз упоминал, что на этой работе чувствовал себя царем, ведь мороженое стоило 2 рубля, а жвачки по 50 копеек. В детстве Мот был фанатом группы Spice Girls. Сейчас, глядя на Матвея, сложно представить, что когда-то он таял при виде этих красоток на экране телевизора. Но в тот момент не было ни одной песни, которой бы он не знал наизусть. В школе-студии балета Тодес Мот получал поблажки из-за возраста. С 10 до 14 лет артист занимался в данном танцевальном коллективе. Он был самым маленьким в команде, но это ему ничуть не мешало. Даже наоборот, все внимание было приковано только к нему. В детстве на 1000 рублей Мот купил огромный пакет жвачек с игральными фишками. Эту немаленькую в то время сумму ему подарили бабушка с дедушкой. По словам артиста, продавщица была так счастлива, но, увы, ненадолго. Родители отругали его и заставили вернуть все обратно в магазин. Мы будем гореть, мы будем сгорать, мы будем как будто в небе звезды. Подарим любовь, погасим огни, и чувства как будто. Если понравилось видео, палец вверх. Подписывайся на канал. До новых встреч! Еще один день, чтобы выжить. Еще один, чтобы умереть. Какой из них два раза ближе? Какой дальше на треть? Еще один день, чтобы выжить.